Исследователи НАСА совместно с французскими учеными обнаружили глубоко под землей целую сеть подземных туннелей и галерей, которые тянутся на десятки и даже тысячи километров. Некоторые из этих тоннелей имеют высокую частоту обработки, идеально гладкие, как будто оплавленные стены, точно выверенные углы. Это говорит об их искусственном происхождении с применением неизвестных нам технологий. Организация пространства пещер образует целые города с идеально продуманной инфраструктурой. Вентиляция, чистая вода, наличие школ, храмов, загонов для скота и всем необходимым для жизни. Они были предназначены для проживания большого количества людей. Подобные города находят под всеми континентами. Города соединяются древними дорогами, огромными тоннелями. Эти тоннели проходят под океанами, соединяя континенты между собой, образуя единую сеть. Этот подземный мир известен как Агарта.